Есть среди гор и рек красивых поселок, тихий городок, где родилась в семье счастливой, где каждый знатный педагог. И посему до выпускного жила практически в саду. Там роль сыграть, а там помочь бы. Бегом со школы я бегу. Но годы шли, и вот на выбор профессий много. Выбирай. Но предназначена дорога, судьбой известна, не играй. Средь моря значимых профессий себе я выбрала одну. Ее нет в мире интересней, она живет в детском саду. К ней долго шла я, познавая наук бесчисленных плоды, всегда вперед, не унывая, в душе любя свои труды. Нет места мне милей на свете, нет лучше родней того, где подрастают нежно дети, как в поле вспаханном зерно, где искренне всегда улыбки, льются тонкий, звонкий смех. Они, как маленькие рыбки, люблю их каждого и всех. И от хлопот своих семейных всегда я с ними отдохну, ведь среди них веселых и затейных сама в мир детства попаду. Их научу священной дружбе, всему, чем нужно дорожить. Я по своей нелегкой службе должна в них многое вложить. Но не пугает тяжесть эта, ведь знаю дело до конца. Готовлю я к большому свету с надеждой каждого мальца. Недаром говорят, что дети есть в жизни лучшие цветы. И я счастливее всех на свете, мои сбываются мечты. Ведь каждый получить, наверное, цветы в подарок очень рад. И счастлив в этот миг безмерно, а у меня их целый сад.